В преддверии государственного праздника Дня независимости в Акибастузском историко-краеведческом музее прошла диалоговая площадка на тему «Молодежь Казахстана на волне независимости». В рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан сегодня в историко-краеведческом музее проходит диалоговая площадка. На встречу мы пригласили ветеранов труда. Цель мероприятия – создать диалоговую площадку между молодежью и ветеранами, в комфортных условиях разговаривать об истории страны и философии жизни. Молодежь независимого Казахстана является главным достоянием страны. Это поколение, которое знает, чего хочет и куда стремится. Стартовало мероприятие с творческого номера в исполнении педагогов музыкальной школы Ки Балбраун. На встречу специально были приглашены председатель сельского общества пенсионеров при городском совете ветеранов, ветеран государственной службы Мусин Кудайберген, почетный гражданин города Экибастуза, поэт, член Союза писателей Казахстана Огабай Жумагали и государственно служащий ветеран Оразбаев Сайлаубай. Мы знаем, что День независимости является особенным праздником для всех граждан нашей страны. Ведь этот день наполнен душевной радостью. Наши предки веками мечтали и ждали. Путь независимости – нелегкий путь. На этом пути остались мечты и судьбы многих тысяч людей. Казахское население пережило немало трудных времен для достижения свободы. Наши предки, заселявшие землю от Алтая до Алатау, мечтали о независимости. Многие пошли на смертную казнь, чтобы исполнить благословение наших предков, которые защищали эту обширную степь своей жизнью. От таких героев, как Канжыгалы Бөгенбай, Сырым Датулы, Кенесары, Исатай Махамбет, Амангелді Иманулы, Иса, Шотан Батыр будут помнить всегда. Люди, отдавшие свою жизнь за свободу целой нации. В этом году мы отмечаем 32-летие главного национального праздника Дня независимости – образование суверенного государства под названием Республика Казахстан.